Правительство Франции, прервав летние каникулы, собралось в среду на внеочередное совещание. Министры и Николя Саркози начали обсуждать конкретные меры по сокращению госдолга. Такая срочность вызвана возросшим беспокойством на финансовых рынках. В условиях кризиса в зоне евро из 6 европейских государств с максимальным рейтингом тройной A за последнюю пару недель Франция пострадала больше всех, поскольку имеет наибольший госдолг. С 22 июля основной французский фондовый индекс CAC-40 упал почти на 23%. В последние дни его снижение продолжалось. В то же время министр финансовой экономики Франции заявил, что некоторые волнения уже утихли. Напряженность на рынках облигаций более-менее спала. Стоит отметить, что нервозности стало меньше. Мы должны сохранять трезвый ум при решении этих проблем. Но меры, принятые нами ранее, работают. На август правительство Франции запланировало ряд встреч, посвященных решению проблемы сокращения госдолга. Конкретные меры будут оглашены 24 августа.